Я оторву твоему плюшевому другу голову! Баку? Ты говорила с Баку? Да! Яслина, кто это был? Ты что-нибудь понимаешь? Что за фигня происходит? Ясин, ты в порядке? Шкатулка у меня, побежали, Ясин. Яс. Яс! Мама, быстро прячь шкатулку в рюкзак и побежали. Мам, с тобой все нормально? Нам надо бежать. Да-да, конечно, держи. Мам, как тебе удалось выбраться? Я нашла другую дверь и вышла. Ясин, бежим скорее к машине. Мама, этот лес бесконечный. Мы так далеко не заходили. Подожди, я посмотрю в телефоне, где мы находимся. По карте, локацию. Ясин, здесь нет ни связи, ни интернета. Как посмотреть компас? Работает? Нет, не ловит. Ясин, кто это был? Это Слендерина. Она разнюхала, что книга у нас, и она хочет ее забрать. Бежим, этого нельзя допустить. Подожди, я больше не могу бежать. Слендерина молчит. Ты тоже это заметил? Ну, она не угрожает, не требует свою книгу. Она как будто пугает нас, но ничего сделать не может. По-прежнему нет связи. Мам, а когда ты последний раз смотрела в телефон? Сколько времени прошло? Ну, я не знаю, мы уже 20 минут по этому лесу проклятому бегаем, а что? А часы в твоем телефоне показывают по-прежнему 3 часа ночи. Ой, и правда? Что за фигня происходит? Тебе нравится приключение? Что? Ты кто? Ты очень сильно разозлила кое-кого в мире духов. И тебе решили устроить западню. Но я решил тебе помочь. Хотя ты большая девочка и можешь справиться сама. Я знаю тебя. Ты Баку, пожиратель снов. Почему ты мне помогаешь? Потому что я так хочу. Не перебивай меня. Хорошо. Хорошо.
Не буду. Но что мне надо сделать? Запомни, ты сильнее тех, кто пытается тебя сейчас напугать. А мне так не кажется. Слендерина преследует нас в этом ужасном лесу, и нам из него не выбраться. Слушай меня внимательно. Эти ужасы явились тебе незваными. Помни, что ты сильнее их, и тогда ты сможешь прогнать их прочь. Как это сделать? Я от страха с ума сойду. Я сам сойду с ума от разговора с тобой. Я уже говорил, что ты большая девочка и сможешь справиться сама. Что? Я просто скажу ей: уходи. Три часа ночи. Неси. Мама, я понял. Мы попали в альтернативный мир. Параллельную реальность? Да, когда мы произносили заклинание, которое нам дал Морфеус, мы открыли портал и нашли тут дом Гренни. Мы сейчас в ее мире, не в нашем. Мама, беги! Нет, нет, Ясин, подожди. Баку сказал, что мы сами можем с ней справиться. Ты видела Баку? Ясно, я потом тебе объясню. У меня есть... Подожди, Ясин, не бойся. У меня есть кое-что, что тебе принадлежит, Слендерина. Помнится, однажды ты у нас в сарае забыла... свою игрушку. Это твой плюшевый мишка. Хочешь с ним поиграть? Хочешь? Так вот, я оторву твоему плюшевому другу голову, если ты не исчезнешь и не перестанешь нас преследовать! Молодец! Ты все сделала правильно! Баку, это снова ты! Теперь повторяй за мной слово в слово. Хорошо. Мой путь окончен на сегодня. Мой путь окончен на сегодня. Мы в выборе своем свободны. Мы в выборе своем свободны. Спасибо стороне иной. Спасибо стороне иной. Сквозь грань миров. Сквозь грань миров. Спешу домой. Спешу домой. Украли! Шкатулки нет! Мама, уже утро! Все получилось! Вот машина! А, вот и лес! Но как? Подожди, я посмотрю, есть ли связь. Да, 9:41 утра. Есть связь. Ура! Соня звонит. Алло, Соня. Мы нашли дом Гренни. Спаслись от Слендерины. Вернулись в наш мир. Баку нам помог. Баку? Ты говорила с Баку? Да, он вселился в Ясина. Да, и подсказал мне, что надо делать. Соня, это было очень страшно. Я всю ночь бегала по лесу от духов. Но главное, не ввязывайся ни в какие истории. Они могут сильнее тебя напугать. Постараюсь. Да, милая. Мне пора домой. Ясин, ничего сейчас меня не спрашивай. Я тебе все расскажу потом. Поехали. Явное, скрывающее, тайное. Подчинись мне, открой свои покрывала, и яви то, что защищено и скрыто от глаз. Да будет так!
Каролина, я вижу ее. Я тоже. Замечательно. Сейчас мы обязательно найдем рецепт. Ты что-нибудь понимаешь? Так, эликсир предвидения. Где же он? Не понимаю. В инструкции к зелью сиреноголового было написано, что рецепт эликсира очищения находится в книге Сарендерины. Но здесь ничего нет, Ясин, здесь нету рецепта. Мам, вообще-то у Слендерины целых 8 книг, а та, которая у нас, это только одна из них.